Всем привет, с вами, как всегда, GG Family, Мана Катари, Максим Кать. Всем привет. Короче, игрушка, Hunt Showdown, охотники против зомбарей, всяких мод. Тихо, не бегай-то. Блин, у меня пистолета нет. А что ты не взял? Ой, пистолет у меня есть, ножа нет. Так что, Катя, будет с ним разбираться. Блять, нафиг стрелять? Да пофигу. Так, вот сказка, слушай, прям вот в этом здании. Да-да-да, подсказка, вот тут. Вот, вот. Блин, подожди, я этого завалю, он уже бежит. Ебашки! Тихо-тихо! Ай-яй, помогите! Я тушусь. Блять, я сейчас сгорю. Тушусь, тушусь. Сейчас сгорю. Ёшки-матрёшки, вот это... Да. Тварь. Ай, блядь! Опа. Да хорош поджигать ты меня постоянно. Да ты сдохнешь сегодня, нет, мразь? Идём. Бля, это ты что ли? Чё так пукаешь-то? Да. Да отвали, блядь! Я задолбался уже тушиться. Не подходи ко мне. Ай, спасибо. Ты загорелась тоже. Давай, собирай. Давай, изучаю подсказку. Тут что-то валяется. А, патрон крупного калибра. Ты, может, тебе надо, не? Так, нет, не надо. Я уже взял. Так, ну пойдем дальше. Нас, скорее всего, тут убьют. Скорее всего? Так, впереди еще подсказки. Ты еще оставляешь нам шанс выжить тут? Это что такое? Мы уже чуть не сдохли. Какая-то денежка. Так, какие-то. Где-то впереди. Так, тут надо осторожно, слушай, проходить. Тут, потому что как ловушка. Оп, бабулька, ага. Она стоит. Бля, с ножичком. Да самое главное, вот эти поджигающие, они больше всего как бы. Мне еще и с факелом могут это же тоже поджигать. Блять, ведьма. Ну надо ее валить, чё? Это все. Не-нет, она живая. Не-нет, все, сдохла. Сдохла, сдохла. Трусы свои показывает. Извращенка. Так, вторая где-то вот здесь, прям близко. Это, слушай, какая-то новая, мне кажется, карта. Раньше такой нет, я по крайней мере не помню. Так раньше карта была 2-3 штуки. Блин, опять этот. Блин, его надо мочкануть, что делать-то? Добивай. Открывай спину, если что. Ага. Все. Так, тут еще кто-то ходит. А вон, бегут. Которого у нас нет. А вот, слушай, прям вот здесь подсказка, ага. Где-то. Она может быть с другой стороны надо бежать. Скорее всего. Так. Возьму-ка я карабин нахрен. Опа, слушай, тут походу ведьма, тут мухи летают. Нет, это вот от этой бочки. А. Вот здесь подсказка. Так, вот в этой стороне. Что там, осторожно. Бля, у меня какая-то пушка херота вообще боссаная. Ну у тебя зато много патронов, у меня мощная, но один патрончик всего. Ой, проходи. Я просто осматриваю этот дуг. А ты тоже подсказки собираешь? Так, кто-то один может собирать. Какая разница? Да? Так, ну есть налево, блин, а есть слушай, вперед. Подожди, мне похилиться может? Но у меня написано, что полное. Хотя у меня нифига не полное. У меня всего две. А как тут хилиться-то, ты не помнишь? Нашла, что спросить. Не, у меня как-то не хилится ничего. Не, потому что две полоски... А во! Во, подожди. Так, аптечка, кью. Нет. Ага. Ну и чё? Не, блядь, ничего не хилит, прикинь. Ну, значит, всё. Подлюка. Да у меня две полоски. Да у меня тоже две. Но одна большая, другая маленькая. Так.
Ну слушай, вот прямо за нами. Прямо за нами. Вот это перед нами. Там вот ближний. Ага. Тут открывается, надеюсь. Я ненавижу такие игры, а? Я сру с ним. Давай что, заманчиканем, может? Давай. На-на. Ох. Лежать. А чё, да, нельзя ножик у них там подобрать? Угу. Что-нибудь такое. А вот, слушай, в этом прямо вот ферме. Тут можно перепрыгнуть? Кстати, я бы на твоем месте взяла бы чё-нибудь, пистолет, чё-нибудь такое. Нет, а, пистолет у меня есть. Тут просто собаки могут быть. Так, а тут мы не перелезем уже. Так, ты там не ори, пожалуйста. Слышишь, да, кто-то орёт? Так, вот тут переход. Я вижу. Тут что-то страшное орёт. Так, собаки, как быстро заходим. Тихо-тихо-тихо. И закрываемся. Закрывай. Всё. Это я ножом очканул. Надеюсь, собаки к нам не прилезут. Так, пойдем, вот она вот здесь, наверху. На втором этаже, да. Я даже 303, да, подсказки вроде бы собрать. Да. Их этот может кто-нибудь быть. Кнопку путаю. Ну давай ты собирай последнюю. Где она? Как и все остальные. Так, чё он? А, ну теперь? Всё, в принципе, где недалеко. Он? А где он? Я чё-то... Ага. Вот, кстати, рядом. Хламоклюв какой-то. Ну, такого не знаю, свиная. Он вот, слушай... А, ну тут же должно показываться, да? Да, или да, на карте. На карте появилось. А как метку поставить? А, видимо, вот последняя, которая мигает, это и есть метка. Не знаю. Так, тихо. Ведьма. Там целых две. Да, ладно, не трогай их. Ты молодец. Ну да, нам туда. Это как? Кто стреляет? Кто застрелял? Ага, вижу. Где? Вон там. Блять! Меня убили, что ли? Да, меня убили, Максим. Я понял. Тебя поднять можно, интересно? Нет, все уже. А, вы можете оживить его, пока у него не закончилось здоровье. Но взамен вы потеряете одну полоску, а ты уже все, ты сам не жилец. Их не видно там ни хрена. Давай, держись, вон. Тебя обходят, тебя Ай, обходят. Блядь. Да уж. Мне прям в голову вжухнули. Да. А, ну конечно, там вон какая-то чуйка, я так понимаю. Ну-ка, посмотри, откуда я была убита. А, все понятно. За деревом стояла она, тварина. Вот так. Вот и сыграли. Вот и сыграли. Че? Еще будем или хватит? Не знаю. Что-то как-то печально стало. Печально. Да блин, их нифига не было видно. Я побежала, чтобы спрятаться. И в итоге мне сразу в бошку прилетает. Да еще. Убийство, ну, они, у них 14... там и бомбы какие-то были. И, блин, у меня убийство монстров 14 и найдено подсказок 3. Так, че, а как мы в лобби обратно вернемся или что? Да, назад. А вот ожидание возвращения организатора группы. Так, тут может охотника посмотреть, что у него вообще есть. Не знаю, надо посмотреть, может есть режим без этих, без людей. Мы вроде потом в тот раз играли с тобой. Может, нам, конечно, тогда повезло и нас не нашли. Не знаю. Блин, что я сделала? Как, подожди, ёшки, что я натворила-то? Зачем мне два пистолета? Как тебе? У меня какая винтовка, блин, была? Так, случайно. Не пойму, какая была винтовка, но... Тут какие-то патроны можно покупать.
А, тут всякие... А, у меня тоже зажигательная смесь была. Да? Угу. Так я не поняла, как тут аптечку использовать? Хер знает. Ты, кстати, нож не забудь. Да, сейчас. Аптечный фонарик. Навыки ноль, конечно же. Ладно. А других нет режимов вроде. Там только где-то один, короче, есть. Mm-hmm. Что-то как типа сюжетки, не сюжетки там. И где ты чисто в одиночку можешь играть. Все, я готова. Чувские навыки. Да ничего сейчас нет у нас, мы бомжи. No. Ну тут опять получается, все сбросилось, короче. Mm-hmm. Давай еще раз попробуем. Блин, я только услышала, слезла, я не успела даже никуда отбежать, и мне сразу в бошку прилетело. Мне и так один глаз. Мы хотели выбить. Ты прям такой моднявый, блин, в шубе такой. Да вообще, ну. Ну а мало ли там комары, чтобы не кусали. Ага. Уровень престижа какой-то. Ну ладно, хоть у нас пока охотники не пропадают. Ну до 11 левела там вроде. А там потом покупаешь за бабки. Да, так, давай на паузе подождем. Все, отлично. Все, я нажал. Так, ты этот взял нож? Да, нож взял и аптечку взял. Ладно, теперь будем потише. И не будем подгорать на первой же зомби. Так, через воду надо проходить быстро. Тут пиявки и еще там что-то есть. Я после тебя. Нет, это вроде где поглубже. А там внуточка плавает. А вон, вон там пьявки. Да какое кровотечение-то? Ну вы серьезно? Вон там пьявки, видишь, плавают? Ага. Где уточки? Так, стоп, куда нам? Ну уже тут близко, ага. Где-то. Блин. Ёб твою мать. Так. Ага. Ну уточки. Как близко? Не, не очень близко, на самом деле. Тихо. Ты слышал выстрел? Да. Или это ты по крыше ходишь? Тихо, тихо. Жди. Мне показалось, что выстрел был. Мне тоже показалось потом. Но это может быть то, что... Нет, это может быть вот эта херота в воде, конечно. Так, тут вода, тут... Аккуратно. Так, чё? Ага, вот в этом здании. Угу. Так, ну подсказка у нас красным не светится. Я вижу ее. Угу. Я заберу. Давай, давай, давай. Блять, осторожно. Там зомби. Майкл Майерс, блядь, там ходил. Все, иди забирай все чисто. Так, дальше подсказки у нас. Туда надо тут идти. Тут далеко, да, все так. Угу. Ебашки, матрешки. Уйдите от меня. Ну тут, блин, такая противная лока, что тут нужно через воду это. Тихо, слышь? Чё? Нет. Ага, слышу, слышу, выстрел. Я слева. Подожди. Где-то вот здесь, короче. Ага. Возле на подсказки. На 210 где-то. Угу.
Блин, я взяла однозарядное, как у тебя. Они, походу, к той подсказке пошли, к дальней. Надо было бинокль взять еще. У меня есть. Блядь, да как ты себя смотреть-то? Так, пока, слушай. Слушай, вот этот звук, это, скорее всего, они подсказку забрали. Блядь, где-то еще справа. Нет, она еще не исчезла. Слышь? Угу. Где-то там вот в здании бегают вроде. Они... Тихо! Да ты сейчас что-то сделал, нет? Нет, не я не делал. Какой-то звук сейчас был. Я никого не вижу. Ну вот оттуда впереди здание. Не которое большое, а там вот какой-то мостик. Вот оттуда звуки. Угу. Так, ну подсказки целые, что, надо идти? Что делать-то? Да. Сейчас я еще раз чекну. Кусты. Так, там зомби ходит. Ну, выстрелы не прекращаются. Там вот какая-то дева впереди ходит красную. Вот где вот эта баба, короче, ходит, вот там дальше как бы выстрелы были слышны. Ладно, погнали. Что, надо как-то... Ты, пизня, подожди. Да как тут встать-то, блядь? Понимаю, что... Поясненько так-то. Блин, тут еще через болото, через это проходить. Это Гиблое озеро же называется. Блять, зомби вырулил. Слушай, смотри, где он там идет, где она идет, мелко там. Угу, пойдем за ней. Если что, ножичком ее. Блин, там еще эта ведьма случи. Ладно, давай к ней не пойдем вообще. Вот тут можно пройти. Блин. Опа, слышишь? Ага. Опять там взрывы. Почему на картах нельзя бегать? Звук такой страшный. Мы можем тут как-нибудь через лесочек пойти? Блин, мне не нравится, что-то оружие на полэкрана, блин. Я ничего не вижу. Сейчас, через кусты, короче. Вот, слышишь опять? Это я чихнула. Нет, я знаю. Подожди, попробую посмотреть. Давай. Они вот где-то в этом здании ходят, по-любому. Тихо, это ты? Угу. Ну, людей я не вижу. Я слышу звуки, но их не вижу. Так, прям вообще близко. Слушай, близко стреляю, да. Там я их не вижу. Подсказки-то не красные, вот в чем прикол. Слушай, они, может быть, уже подсказки нашли и кого-то бьют здесь? Да вряд ли. Ну, потому что кого бы они столько мочили бы там? Слушай, там дальше лестница есть.
тетки. Прям вот здесь, слышишь? Угу. Давай наверх, может? Тихо. Тут амбар закрыт. Никого пока не вижу. Там только чудик ходит. Горящ? С факелом. Так, ты тут прячешься, здесь такая открытая местность, могут увидеть. Они где-то там. Дальше. Там, да, там горящий ходит. Где-то вот здесь впереди. Ну, я же говорю, они убивали чувака. Не... Вон уже изгнание. О, нифига, и того, офигеть. Ну. Ну чё, надо... Блядь. Это тварик. Блядь! Я упала, пизда мне. Я не понимаю, как наверх тебе залезть. Нашла? Нет. Сейчас, подожди, посмотри. Но только назад тебе бежать. Вот какую-то дверь открываю. Пиздец, как страшно, Макс. Ты бы знал. Ой, а, нашла лестницу. Сверху. Нашла лестницу. Да меня... Блядь. Завали нахуй рот, блядь. Но мы еще далеко от этого места. А хуй знает. Блядь. Нахуй. Помогите. Я тушусь. Сука, прибежал. Блядь, вот это я высрала сейчас. Где они сгоняют? Дальше где-то. Патрончики. А, это. Патрончики, это факел. Блять. Они вот на следующей локации, на скотный двор, который. Ух ты ж, как светло. Бегаешь быстро. Вот они вон там вот, получается где-то. Думаешь, что и Локи? Да. Ну, я могу давай через этот глянуть. Пусть. Ну, посмотри. Так, нет, там зомби с факелом. Не, никого не вижу. Сейчас поближе подойду. Ну, изгнание почти прошло уже. Ну, их можно перехватить, когда они побегут на эту, на выход. А, ну вот, на скотобойне один и на скотном дворе. Но... Скотобойни им там вообще... Ну, ладно, ну вот, в принципе, эвакуация рядом. Можно где-нибудь тут ждать, и когда они побегут. Так далеко ушла? Далеко так ушла? Я спряталась. Что ж ты так топаешь? Все. А где выходы? Ага, вон, все вижу. Вот там. Там видно, где изгнали. Угу. Вот где молния бьет, там что ли он? Угу.
Ну, там, на скотном дворе. Ебать, что происходит-то? Угу. Убегает, походу, в другое место. Еще же непонятно, сколько, да, против нас? Что там вообще? Ну да. А, они именно как... Награда именно этим. Молнией. А кто там шары опять катает у нас наверху? Не знаю, так. Тихо. Но они да, могут бежать на кладбище, а не на порт. Не факт, что они могут через нас бежать. Ну это да. А чё, я думал, мне будут как-то показывать. А чё-то молния как била в одно место, так и бьёт. Нет. Нет, разве? Вон еще одна молния вдалеке есть. А, угу. Слушай, вот туда, наверное, они и побежали. Тихо. Один, да, одни уже туда бегут. Это нам дальнюю показывает. А я не знаю, что эти на скотном дворе до сих пор тусуются. Может, они отсиживаются? А, подожди. А, все, они пошли. На карте прям видно их. Угу. Эти, которые уже к выходу подходят практически. Ну. Те, слушай, тоже слышь, пошли, но они... Рвануло справа. О, стреляются. Открой, я бинокль возьму. Бомж ходит. Я никого не вижу. Мост чист. Блин, Максим, так обзор закрываешь. Простите. Они разделились. Мне кажется. Но они ближе к нам, слушай. Молния. Нет, наоборот. И так по молнии вообще непонятно. Вот по карте видно. Карту включи, и там видишь молнии. Тихо. Мне казалось, что где-то слева. Слышишь? Угу. С пистолета стреляют. Угу. Они что идут? Единственное, можно идти остатки забрать. А, ну все, они вон уже на кладбище дошли, так что мы тут смысл тусуемся. Так, вот, спуститься. Они уже ушли, а? Как говорю, спуститься. И говорю, там может быть эти еще. Там же вроде сколько трофеев? Там 2 или 3? Четыре трофея. Тебе же и рисуется. Но они уже почти все к выходу. Блять. Они там уже у выхода все. Все, уже сбежали, видишь? Подожди, кто остались? Ага, остались. Ой, простите. Здорово. Остались другие. Которые этот. Не которых мы тут пошли, угу, а другие. Угу. Ой, да оттуда так далеко до них бежать. Ну, побежали, посмотрим. Интересно, тут что, всего 3 команды было? Скорее всего. Почему нельзя какую-то метку ставить на траве? Ага, не говори. Ну я так и знала, что они сбегут. Все. Эх. Что такое? Это я стреляю. В меня? Ой, так, а хп отнимается? Больно, конечно. А, нам в любом случае к точке эвакуации надо. Не. Ну побежали на кладбище уже вперед, чё мы? Ну, да. Назад не будем бежать.
Надо пострелять хоть по дороге этих зомбарей, чтобы хоть какие-то очки заработать. Я думаю, они тут уже все зачистили. А что за бред? Зачем нам, да, на точку отправляться? За ага. Все, закрыли бы на эту миссию, да и все. Ой, помнишь, нас тут тогда убили-то? Когда я еще кого-то убила. А, да. Блядь. Че, прям через кладбище или я бежу? Да, бежим. Блядь, не подходи ко мне. Осторожно. А вот откуда взрыв. Блядь, да как ты живой-то еще, слышишь? Это чё он такие бессмертные-то такие? Угу. Так, ну мы почти добежали, погнали сюда. Угу. Через лес придется бежать. Теперь эти ведьмы обоссаны. А тут вроде телега же, да, должна стоять? Какой бесполезный пистолет, блядь. Мы уж почти подбежали. Пойдем. Давай, давай. А то сейчас время закончится. Это вот здесь. Блять. А тут в воде какая-нибудь хуйня, да? А хоть туда бегут, да? Да. Тут лодка должна быть. А, лодка? Где-то вот здесь написано. А нет, ну вот. Да, телега точно. Блин, мы с тобой лохи, блядь. Ты сначала померли, то вообще ничего не сделали. Эх, ну ладно. Да блин, мы первый раз, можно сказать, играем. Второй. Мы играли в нее года 3, наверное, назад. Или когда у тебя там было написано? В 2018 году последний раз. В конце года. Ну, когда она еще в бете была. Много чего изменили уже. Вы выжили, чтобы умереть? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ладно, на этом закончим. Ага. Всем, ребятушки, спасибо за просмотр. Если видосик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Как обычно, с вами был Максим и Катя, Монокатарии, GG Family. Всем пока. Пока.